Во дворе дома номер 205В на проспекте Красной Армии позитивные перемены. Местная ребятня уже вовсю резвится на новой игровой площадке. Обновление своего двора жители ждали давно. Обращались в администрацию, к депутатам, общественникам. Вопрос разрешился в один момент. В апреле во двор на встречу с гражданами приехал Дмитрий Акулов. Я попросила Дмитрия Александровича, хоть на то время он и был ИО, исполняющий обязанности главы, но он отозвался, и в наш двор он приехал в один из первых дворов. Вот. И я у него, ну и все жители, естественно, мои просили детскую площадку и благоустройство. Ну вот, все у нас и получилось. Благодаря Дмитрию Александровичу. Конечно, Татьяна Васильевна нам помогала, наш депутат. Вот. Ну вот, как мы просили у обоих, и все у нас получилось. На одной детской площадке решили не останавливаться. Двор включили в программу по комплексному благоустройству на следующий год. Как изменится пространство, решат жители. Чтобы собрать предложения от активных граждан, решено было вновь провести общую встречу. А теперь по новым правилам, скажем так, мы должны представить проект, с вами согласовать его и подписать то, что как бы все согласны. По проекту во дворе появится расширенная парковка, отремонтируют пешеходные дорожки, проведут опиловку деревьев и озеленение территории. В любом случае будем в рамках субботников выходить и сажать новые деревья, обустраивать палисадники, которые здесь жители традиционно всегда разбивают. Ну, сделаем этот двор очень-очень красивым и комфортным для проживания жителей. Помимо этого, жители просили ограничить скорость движения автомобилей на территории двора, обновить спортивную площадку и установить камеры видеонаблюдения. Потому что, вот, соответственно, эти площадки и дети определенного возраста, но сюда приходят и великовозрастные ребята. Поэтому жалко, что все сломают, а это наши деньги. Вот, поэтому вот камеры, конечно, здесь будут бы к месту. Ну а пока взрослые обсуждают вопросы благоустройства, юные жители вовсю тестируют детскую площадку. Как тебе детская игровая площадка? Что тебе здесь нравится? Мне нравится вот сетка, по которой залазит на горку. Дарья Леонова, Антон Коврижных, ТВР-24.